Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. В ходе беседы с польскими журналистами президент Украины заверил, что результат на переговорах с Россией может быть достигнут только в ходе встречи лидеров стран. Дипломатический процесс между Украиной и Россией находится на грани срыва. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с польскими журналистами. Глава государства отметил, что процесс переговоров с российской стороной слишком замедлился, но Украина близка к тому, чтобы выйти из него из-за поведения российских военных на оккупированных территориях. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим последствия, сказал президент Украины. Владимир Зеленский считает, что переговорная площадка в нынешнем виде не может быть эффективной, поэтому он возлагает надежды на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Когда они что-нибудь подтверждают, например, обмен, я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот мое окончательное понимание всего этого процесса, сказал Зеленский. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!